Департамент шоссейных дорог в субботу начнет выдавать водительские права категории С и Д сроком действия на 5 лет. До этого они были действительны 10 лет. На тыльной стороне прав будет указан срок соответствующих категорий. Например, если категория Б действует 10 лет, то С и Д – 5. Единственное последствие этого нововведения для водителей автобусов и грузовых машин – помнить о сроках и вовремя менять удостоверение. Это правило стало единым для всего Европейского Союза. Даже Германия, где права выдавались на пожизненный срок, тоже перешла на подобную систему. А Финляндия приняла еще более жесткое решение. Там права на любую категорию выдаются только на 5 лет. По всей вероятности, это связано со случаями мошенничества, а также с разницей в системах стран, которая приводит к административным спорам. Также в новых правах будут значиться еще две подкатегории – АМ и А2. Действительно, кто будет менять свое водительское удостоверение, ему выдадут, и там действительно будут новые категории. АМ – это мопед, а А2 категория – это такая подкатегория мотоциклов мощностью до 35 киловатт. Полная категория, включающая в себя АМ и А2, может быть получена, если человек достиг 24-летнего возраста. Это же требование действительно и для получения категории Д. В случае, если срок действия водительских прав, выданных в странах Европейского экономического пространства, а также в Швейцарии, превышает 10 лет, то лица, собирающиеся поселиться в Эстонии, после 19 января должны обменять их на эстонские водительские права. Сделать это нужно в течение 24 месяцев с момента получения вида на жительство или с момента вселения в страну. Владельцы нынешних прав не должны беспокоиться из-за новшеств. Их права действуют до указанного срока. Елена Соломина, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.